Глава Северского района Андрей Дорошевский посетил школы в рамках объезда социально значимых объектов муниципалитета. Плановые ремонтные работы проходят сейчас в школе номер 11 станицы Григорьевской. Кроме того, по требованиям пожарной безопасности здесь производят замену старого паркета на плитку, негорючий материал. Около 3 миллиона рублей выделены на эти цели из районного бюджета. Глава заглянул в спортивный зал, отремонтированный в прошлом году. Это излюбленное место для всех учащихся общеобразовательного учреждения. К сожалению, из-за обильного снегопада немного пострадала недавно отремонтированная кровля здания и козырьки входных дверей. Все это отремонтируют в скором времени, а в школьном дворе, где ребята, посещающие лагерь, бросили свой сельский транспорт, руководитель муниципалитета заметил отсутствие необходимой велопарковки. Может быть, когда будут делать козырьки, там вот это все, может быть, они сварят парочку парковок. Подарком, да. Ну, а почему нет? Пусть подарят детям велопарковку. Хотя бы там на 5 лет. Да, мы это соорудим, обязательно сделаем, потому что на самом деле это востребовано. Посетил глава и школу номер 49 в станице Смоленской. Здесь тоже ведутся работы по замене напольного покрытия на путях эвакуации. В коридорах всех этажей здания залили стяжку и будут класть плитку. Сумма работ около 4 миллионов рублей. Деньги выделены из местного бюджета. А в пустующем на время летних каникул в спортивном зале образовательного учреждения сейчас изготавливают маскировочные сети, которые потом отправляют в зону проведения специальной военной операции. Большая часть трудящихся женщин – пенсионеры и ветераны педагогики, и даже заведующая местного детского сада. Глава района поблагодарил волонтеров за неоценимый труд.